Уникальное авто для особенных людей. Здесь есть электрический подъемник. Управлять им легко с помощью пульта. И перевозить особенных людей в колясках теперь не проблема. Кресла там снимаются, и коляска легко размещается. Ну, а еще здесь есть ручное управление. Это очень удобно, не нужен специальный водитель. Человек с инвалидностью может легко управлять таким автобусом. И это первый в Приднестровье вот такой микроавтобус. Это авто уедет в Бендеры. Подарок от правительства для благотворительного фонда «Мир равных возможностей». Ездить на соревнования параспортсменам теперь будет проще. Мы планируем его использовать для того, чтобы развозить новые мобильные бригады с тренерами. Тренерами будут являться люди с инвалидностью. Это ребята, которые будут разъезжать по городам и районам Приднестровской Молдавской Республики для того, чтобы в общеобразовательных школах проводить уроки доброты по пониманию инвалидности. А этот микроавтобус будет возить воспитанников центра реабилитации «Асорц». Ребята мечтали об экскурсиях по всей республике, но не было специального транспорта. Мы, когда ходим на экскурсии куда-нибудь, мы берем только тех ребят, которые могут самостоятельно хорошо передвигаться. Мы не можем, к сожалению, взять ребят, которые плохо передвигаются, те, которые в инвалидных колясках, только из-за того, что это транспорт. А у нас еще, как вы знаете, транспорт не совсем адаптирован для ребят в инвалидных колясках. Поэтому этот автобус – это просто, ну, манна небесная, как мы говорим. В этом году по инициативе правительства транспортом обеспечили специальные центры для людей с инвалидностью в Григориополе, Тирасполе, Бендерах. Скоро новый автобус отправится и в Дубасары. Помимо прочего, у нас реализуется государственная целевая программа «Равные возможности». В этом году был приобретен микроавтобус. В следующем году это порядка 1 300 000 рублей для приобретения брайлевского принтера. Принтер позволит нам самостоятельно печатать материалы для слабовидящих и полностью тотально незрячих людей. В следующем году правительство закупит 3 микроавтобуса для госадминистрации Слободеи, Каменки и Григориополя. Это будет социальное такси для людей с особенностями здоровья. Цену за проезд сделают льготной.